У Дніпрі триває медична реформа. В рамках кампанії «Лікар для кожної сім'ї» зараз містяни визначаються із своїм родинним фахівцем. Про критерії вибору поговоримо сьогодні у питанні дня. Я вибираю того, який мене вже веде дуже давно. Потому что я уже в возрасте, я стою у нее на учете, поэтому я не хочу уже другого. Как был у нас свой врач, вот, ну, по месту жительства, так, наверное, я запишусь к нему и все. Я просто знаю человека там, лет уже 20, поэтому я знаю, к кому пойду. А так, как повезет в лотерею. Я думаю, прежде всего, человека, который мог бы выслушать, понять, дать правильные рекомендации, которые может, не знаю, оказать квалифицированную помощь. Человеку, которому мы доверяем. По опытности, по стажу работы и по квалификации. Ты смотришь на врача, как он относится, например, к другим пациентам. И так на основании из каких-то личных убеждений уже определяешься. Ну а так, ну это пальцем в небо буквально. Ну и, наверное, возраст какой-то имеет значение. Просто если молодой врач, как бы не особо доверяешь. А если уже врач там среднего возраста, уже как-то есть опыт работы, наработанность какая-то. Думаю, что это исключительно так. По опыту. И доверие самое главное, чтобы к врачу. Я думаю, в первую очередь, конечно, по стажу работы. И как? Не знаю. Мама. Мы сами до сих пор выбираем. Честно, пока еще не определились, поэтому ну, нет такого доктора. Наверное, того, кого знаем, кому доверяем. Вот у нас есть хороший педиатр. Со взрослым врачом пока не определились. Хорошие доктора... На вес золота, я не знаю, мы еще ни с кем ничего не составляли, никаких договоров, но собираемся, доктор у нас есть, мы на Ленина, у нас свой врач, ну, у нас врач в возрасте уже, ну вот мы к ней ходим. По-перше, це відгуки. Якщо людина кудись приїхала, то в неї, мабуть, є сусіди. Якщо є сусіди, треба з ними подружитися, порозмовляти і зробити якийсь висновок. Чи є у нас тут добрий лікар на території, чи немає, чи таке інше. Ну, знову ж, у нас 21 століття на носі, да? Інтернет і все таке інше, я думаю, теж буде допомагати. Для здравомислюючої людини це все не проблема. Це тільки ті, хто шукають зраду всьому, кричать: «Ай, сімейний лікар, ай, скора помощ не прийде, ай-яй-яй-яй». Не треба байкати, давайте щось робити, буде у нас все добре. Загалом послуги медичної допомоги дніпрянам готові надати майже 600 лікарів. Обрати свого сімейного потрібно до кінця 2018 року. Вероніка Орлова, Олександр Оленіченко, Дніпро ТВ.